Апарт-отель «Эмеретинский», прибрежный квартал. Ссылка на бронирование в описании к видео. Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Адлер. Апарт-отель «Эмеретинский» расположен в Адлере, на берегу Черного моря, в 15 минутах ходьбы от пляжа. К услугам гостей открытые и крытые бассейны, оздоровительный спа-центр, сауна, хамам, детская игровая площадка и фитнес-центр. На территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi. В номерах имеется балкон с видом на море, кондиционер, гостиный уголок, сейф, а также телевизор с плоским экраном. На территории апарт-отеля работает ресторан. Кроме того, неподалеку открыты различные кафе и рестораны. Отель находится в 5 минутах ходьбы от бесплатной парковки. Расстояние от апарт-отеля «Эмеретинский» до железнодорожного вокзала Адлера составляет 6 километров, а до международного аэропорта Сочи – 7,4 километра. Парам особенно нравится расположение, они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 8,3.